Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и моя команда друзей. И сегодня мы все вместе будем играть в игру в кальмара. Но перед тем, как начать играть, я хочу сказать самое главное. 46% всех людей, которые смотрят этот ролик, до сих пор не подписаны на канал. А это значит, что нужно сделать так, чтобы красненькая кнопка подписаться стала серой. И тогда ты сразу же вступишь в нашу огромную семью перцев на Ютубе. И обязательно надо поставить лайк. Наберем 160 тысяч лайков, и выйдет новая серия игры кальмара. Всем желаю хорошего просмотра. Можно сбегать за шоколадкой, заварить себе чаечек и начинать смотреть наш с вами совместный ролик. И что, ты реально хочешь, чтобы мы каждый ролик вот так вот начинали записывать? Да, да, вот так вот надо, молодцы, хорошо получилось. А то каждый раз, когда я захожу на серию, у вас тут ссоры, крики, ругань, не пойми, что происходит. А вот так вот вообще отлично было, так всегда и делайте. Ну ты же понимаешь, что я в своих роликах в принципе не прошу ставить лайки, никогда. Если кто-то хочет ставить лайки, пускай ставит эти лайки. Зачем мне их просить это делать? Слушай, я вырабатываю у тебя хорошее поведение, поэтому давай вот без этого, пожалуйста. А подписаться зачем просить, я не понимаю. Ну все знают, даже хрейт, то, что те, кто не подписан на канал, жопы бабуина. Ну а зачем это каждый ролик просить? Слушай... Не жопы бабуина, нет, не жопы, они хорошие ребята. Те, кто не подписаны на канал? Ну, они... Нет, они не хорошие... Нет, в смысле, они хорошие ребята. В смысле, они не жопы бабуина. Все, не обзывай больше их никогда. Ну, я не буду обзывать, если они возьмут и подпишутся на канал. Не. Вот кто-то из всех этих людей, кто сейчас здесь находится, вы реально хотите, чтобы мы каждую серию вот так вот начинали? Ну, конечно, нет. Я не могу так. У меня уже скулы болят так долго улыбаться. Кать, ты издеваешься? Как делишки, ребятишки, поставьте лайки на канал этот, подпишитесь, пу нафиг, серая кнопка, 46%, я тебе кто, чтобы это каждый раз говорить? Ты чаечек заварил себе? Пердочек, первая игра. О, нет, это что, краны, что ли, вот эти? Не, я туда не пойду, идите сами. Двери быстро открываем и выходим сюда к нам со вторым надзирателем. Я пока не... Ты кто вообще? Это я. Ты меня не узнал? Конечно, не узнал. У тебя квадрат на лице. Как я могу тебя узнать, Джека Плей? Дверь открывайте и выходите. Давайте. Кто останется сейчас за дверью, тот бан вечный получит навсегда. Все? Ты где? Перед тобой стою. Вот. Ты почему именно эту игру выбрала? Ну я же в ней сейчас первый раз буду играть. Ты не мог что-нибудь попроще выбрать? Так не мы игры выбираем, которые сегодня будут. Они же сами выбираются, они сами запускаются. Я-то тут при чем? Короче, Жека Плей, иди сюда, бери снайперку, а вы, как бы, правила все знаете. Делимся на команды по 3 человека. Я вам даю примерно 10 секунд. И когда команды будут в сборе, кто-то налево к Жеке Плею, кто-то направо сюда ко мне. Вот там чик, хрыть быстро ко мне. Вот и все, вот вы моя команда. Нифига себе, ты самих сильных решила урвать! Ну, а потому что кто успел, тот опоздал, как говорится. Ну, лучше бы ты вместо Отомчика Клайпа бы взяла, он намного лучше играет. А, ну, Отомчик, короче, ты свободен. Клайп, иди сюда. О, балдеж, уже бегу. А почему маму нельзя было лифт как-то поплавнее нас троить? У меня сейчас... Чё-то не стошнило, пойдемте. Так, пока я всех не перестрелял... А ну быстро на свои места встали! А можно надзирателя поменять? Вот он слишком агрессивный какой-то. Жека Плей, помягче, игра еще даже не началась, ты уже всех в страхе держишь. Ну как бы да, все, перепрыгивайте за забор. Ну, правила вы знаете, как бы. Это будет очень интересно. Клайп Херейт, бесполезная Катя против Отомчика Банана и бесполезной картошки. Алло, сам ты бесполезный. Ну, раз все готовы, значит, раз, два, три. Все, погнали, поехали. Я просто предсказываю будущее, то, что картошка... Ай, понятно.
Я не успел сказать то, что картошка сейчас улетит вниз, картошка сразу же улетела вниз. Банан, ты последний остался. Банан, ты не сопротивляйся, тебе не победить. Трое против одного, это тебе не шутки. Я победю все равно вас всех троих. Так у тебя не получится, уже столько времени прошло. Ты... Катя! Рейд, победи за меня! Конечно, победим, мы с Клайбом отомстим за тебя, не переживай! Давайте оставься один! Давайте быстрее! А то я вас всех перестреляю. Я тебя сейчас так перестреляю, ЖК-плей командира команды скинули, получается, хрень. Ну ты давай там быстрее, что ты такой медленный, сталкивай уже банана. Я пытаюсь, давай, ну почти. Ты когда-нибудь упадешь уже, а? Сколько раз ты можно в тебя удочку кидать? Слушай, Клайб, мне тебя посоветовали, поэтому если ты сейчас его не столкнешь, я тебя больше никогда в команду не возьму. Хередик! Мне кажется, то, что вам нужно применить ту тактику, которую мы применяли 2 серии назад против Отомчика. Ты же ее помнишь? Тихо ты, тихо, конечно, помню. Сейчас все будет. Клайд! Да ну я поторопился, потому что волнуюсь. Хередик, ну, отстань, что ты торопишь? Нет! Скинь его, нет! Один человек уже двоих только что скинул. Хередик, если ты сдохнешь... Ну тогда что? Что ты мне сделаешь? Давай, объясни. Изи! Легчайше! Да! Легчайше! Иди в жопу! Мы выиграли? Мы выиграли? Да. Просто нифига себе легчайше! Вы же 5 минут только что друг с другом один на один сражались! В смысле легчайше? Это легчайше для величайшего, понимаешь? 5 минут с ним тут провозился, ё-моё! Хередик! Я тебя поздравляю, у тебя 1 балл. Ты свободен. Выходи отсюда. Спасибо, все, я пошел. Ребята, вам удачи, я вас верю, давайте. Все. А я вас не верю, но какая разница, в кого я верю, в кого нет. И вот это Икс Данил, Андрей, Лама, ты давай, отдельное приглашение, заходи давай. Поехали наверх. Я вам желаю удачи. Затащите команду Эда. Я вам тогда скину по 100 рублей каждый. Извините, а почему, когда мы играли, нас ЖКП хотел расстрелять, а им тут удачи желают, да еще и денег хочет дать? Ну, пускай ЖКП дает деньги кому хочет, я вот этим троим деньги никакие давать не буду, да и вообще, почему ЖКП взял то, что это моя команда? Мне вообще без разницы, какая здесь команда, пускай они хоть друг друга все вместе поскидывают. 1, 2, 3, все, начинайте! Моя, вот это, моя команда, какая-то команда ЖКП, а тут нет команд никаких ЖКП, они сами за себя играют. Кинули Ксюшу. Минус Ксюшенька в первом... Минус... Нет! Минус... Нет! Как я ни одного не скинул? В первом раунде, чтобы скинуть банана, Хрейду потребовалось 5 минут. Во втором раунде весь второй раунд закончился за 10 секунд. А ты меня еще бесполезный называл. Я, между прочим, дольше всех их продержалась. И после первой игры результаты на экране. Из 13 человек только 4 получают по 1 балл. Хрейд, Лама, Тимоха и Андре. А у всех остальных 0. А я не поняла, почему у меня-то 0? Моя ж команда выиграла. Ну так с твоей команды в живых только Хрейд остался, а ты с Клайпом вниз упали. А зачем тогда команда нужна была, если мы не командную игру играли? Это вообще нечестно получается. Хватит ныть, а? У тебя 0 баллов, у Хрейда 1. Чё просто ты, Хрейд, больше ты со мной не в команде, ясно? Угу, следующая игра получается. Ну, наверное, это будут эти стоквушки, где все попадают сразу же. Или нет, это будет вырезание. Точно это будет вырезание. Нет, это красный свет, зеленый свет. Или вообще, что это за красная комната? Я ее в первый раз в жизни вижу. 60, 59, 58, 57, 56! Ё-моё, Катя, короче, это прятки, у нас минута, чтобы спрятаться, если они нас найдут, то нам жопа. 54. Какие прятки, какие 54? 50... Куда бежать-то, я же здесь первый раз нахожусь. 52, 51, Жека, плей, бери пистолет, руку, иди, вот это, стань там на входе, смотри, чтобы сюда обратно потом никто не вернулся. Знаю я эту вашу тактику пряток.
У вас там это, секунд 40 осталось до того, как я на вот эту кнопку справа от меня нажму. Слушай, это ты сейчас сам придумал, что ли? А ты меня даже не рассказал, не объяснил правила, я ничего не понимаю. А какие правила здесь могут быть, если это просто обычные прятки? У вас минута на то, чтобы спрятаться, а у нас с ЖК-плеем потом 5 минут на то, чтобы вас найти. ЖК-плейчик, я тебя попрошу, когда Катю найдешь, не убивай ее, пожалуйста. Я ее сам сегодня завалю. Моя цель — это Рейд! Не убивай его. Чё-то мне очень сильно подсказывает, что сейчас будет самое настоящее мясо, ЖК-плей. Как это было в предыдущей серии? Спустись вот туда за желтый баннер, вот в ту сторону. Как это было в предыдущей серии? Как это было две серии назад? Сколько здесь дверей? Вот ты сейчас серьезно все это время, ты со всей этой огромной карты нашла место спрятаться только в этом шкафу, который возле начала находится? Нет. Ты же понимаешь, что я тебя просто сейчас могу застрелить и все. А меня здесь нет, о чем ты? Испарилась реально, только что была передо мной и потом за секунду еще... Иди, нет! Ладно, хорошо, хорошо. Минуту! Молодец, ЖК-плей! Не играю! Молодец, ЖК-плей! Молодец! Ты огромный молодец! Бананчик, никуда не убежишь! Убегу! Патроны закончились! Банан, стой на... Не тяни время, собака! Нет. Как же замечательно. Трех человек мы только что с тобой в ЖК-плейчик уже нашли. Мне почему-то Нет, уйди. Пока. Нет, не трогай. ЖК-плейчик! Давай. Молодец. Прошло всего лишь 120 секунд. Прошло, а мы с тобой уже нашли. Тут, короче, кто-то в фонтане решил спрятаться. А ты мне-то зачем горишь, кто там рев? Это печенька, вот ушки ее торчат! Убивай ее! Молодец, иди ищи дальше, только не заглядывай в шкаф, который на начале находится. Хорошо, окей. Слушай, ты что думаешь, что я совсем тупая? Меня там в этом шкафу давно нет уже. Встречаются, если кто-то до сих пор не знает, поэтому они всегда вместе прячутся, нормально же. Катосик, Клайпик, Андрюшечка и Картошечка. Труп Херейда лежит, это в принципе тоже хорошо. ЖК-плей... Тут кто-то есть. Ой. ЖК-плей, уйди оттуда! Уйди, ЖК. Отошел. А где же спряталась Катя? У меня такой хороший вопрос. Может, как? Убей меня уже! Бейся за меня! Я пристала! Нет, пожалуйста, то почему я? Ты реально, ты мою же тактику против меня используешь. Так, ЖК-плей, пошли искать Катю, я не знаю, где она спряталась. Ты бесишь меня, убей меня! Так, осталась Катя, остался Андрюшечка, осталась Картошечка. Я здесь! ЖК-плей, ну ты хотя бы в меня выстрели уже, я здесь перед тобой. Закрой дверь, уйди отсюда. Собака, стой! Убивай! Так осталось найти Катю, и осталось найти вот это Катю и Андрей. Иди в другую сторону, не ходи за мной, в другую часть карты. Все, побежал. Ну давайте, вы сначала найдете Андрея, а потом будете искать меня. Хорошо, я тут постою. А у нас с тобой, ЖК-плейчик, тем временем осталось 60 секунд. А где заныкался этот Андрюшечка, я пока тоже не могу даже представить. Так, здесь трупотомчика валяется, здесь никто больше нет. Ага, значит, не хотите меня убивать, да?
Ладно, хорошо, я тогда утоплюсь. А чё, почему бы нет, а? Если ты не хочешь в меня выстрелить, ни ЖКП не хочет, ни ты, я просто возьму и утоплюсь. На, мимо пробежал, посмотрите на него. Хорошо, все. Ой, ты, господи, да и ты, пускай эти пузырики у тебя идут туда, куда хотят. Мне вообще без разницы, где этот Андрес спрятался. Как зайти вообще в эту комнату, я не понимаю. Я не понимаю, как сюда зайти. Ты же понимаешь, ЖКП, он мог перепрятаться совершенно в любое место. Я не знаю, где этот Андре находится. У вас 5 секунд осталось? О, все, я утонула, всем пока. 300 секунд только что вышли, а фейерверков до сих пор нет. А это значит то, что нам... Можно дальше искать Андрюшечку, если фейерверков... Если фейерверков до сих пор нет, Андре, значит мы тебя... Так, в смысле? Я же победил, это что-то сломалось у вас. Это что за место такое вообще здесь было? Я его первый раз вижу, там дверь какая-то внутри, я даже не знал, что там спрятаться можно было. Так это мое место, я от тебя там в прошлый раз спрятался, когда ты меня не нашел. Мне кажется, надо это забетонировать. Потому что это очень читерно. ЖКП, тащи бетон, забетонируем, и больше Хрей здесь 100% никогда прятаться не будет. Андрюшечка, ты большой молодец. Я очень рада, что ты победил, что ты дошел до конца, и ты не пошел на поводу у этой страусиной жопы. Поэтому я тебя прям от души поздравляю и желаю тебе всего самого наилучшего в этом новом году. Угу. Ну... Вообще-то только ноябрь? Ну, ладно. Только ноябрь, до Нового года еще целый месяц, Кать. Это не важно, жоп страусиная. Ну, я тебя поздравляю, Андре, ты Кате спасибо скажи, потому что если бы она мне уши не натянула, ты бы этот мерч из призового фонда сегодня бы точно не получил. Спасибо большое, Кать. Да не за что, обращайся в любое время суток. Катя, так получается, слушай. Он уже какую серию подряд мне плойку не отдает. До сих пор? Да, ты можешь еще раз его убить. О, иди сюда, мы не договорили. Эд, вот я тебе скажу, ты самая настоящая звездочка. Опа! Это, конечно, хорошо, но сам ты звездочка, опа! А ты не надо на меня смотреть сейчас просто так! Ты лучше на левую сторону посмотри, там наша новая серия игры в кальмара! Ты тыкни на эту картинку, а вы отвалите там от меня, когда будет PlayStation в продаже и машина для чайника и сосины! Тогда я вам их и подарю!